На прошлой неделе в деревне Рыбаки сельского поселения Габовское случилась трагедия. Буквально за полчаса сгорел деревянный жилой дом. Огонь возник в бытовке и быстро перекинулся на жилое строение. Пожарные расчеты прибыли лишь через час после вызова и не успели спасти дом. Проблема в том, что ближайшее пожарное депо находится в Дмитрове. В 90-х годах, когда работал совхоз Останкинский, депо находилось в поселке Останкино, в 5 минутах езды от деревни Рыбаки. С ликвидацией совхоза исчезло и пожарное депо. Мы побежали туда, горела только крыша дома. А вот когда приехали пожарные, горел весь дом уже. Если бы они приехали через 10 минут, они бы успели спасти. А из-за чего это произошло? А потому что из Дмитрова должны к нам ехать, потому что Дмитровский район. А из Лобни к нам не едут. Да, из Дмитрова приехали. А могли бы приехать из Останкино, что гораздо ближе, правильно? В Останкино, по-моему, да. Нет пожарной. В раньше был раньше пожарный. Пожарный. Ну, а сейчас нет. Останкино. А сейчас его нет. Вот поэтому. А дом бы можно было спасти. В Дмитровском районе уже есть хороший опыт возрождения пожарных депо в сельской местности. Несколько лет назад в деревне Абрамцево сельского поселения Синьковское было открыто пожарное депо, оснащенное всей необходимой техникой и экипажами. Теперь жители поселения могут спать спокойно. Ну а в сельском поселении Габовское только задумываются о строительстве модульного пожарного депо. У нас есть планы по созданию пожарного депо. Мы вошли в программу правительства Московской области. Сейчас мы занимаемся оформлением земельного участка. Но сейчас, вы знаете, очень сложно довольно-таки, это серьезный процесс. Под непосредственно пожарное депо. Согласно программе правительства Московской области, мы должны сформировать земельный участок и решить вопрос с коммуникациями. То есть это мы все можем решить. Я думаю, что в районе Чесных, как раз и появится у нас в Останкино новое пожарное депо. Они сейчас модульного типа и возводятся очень быстро. Надеюсь, что в следующем году эта проблема будет снята. Подобное положение дел почти во всех поселениях. Особенно тяжело в летний период приходится жителям сельского поселения Якотское. Сегодня решается вопрос о строительстве в селе Алиевидово модульного пожарного депо. Земельный участок оформлен, теперь осталось подвести к нему инженерные коммуникации.